Ну что же, друзья, 3 декабря, мы уезжаем через пару дней на пару недель, и вот пришли на строительный наш объект. Светлана хозяйским глазом смотрит, потому что она выписывает чеки и знает, что должно быть. Так вот, траншеи закопаны, если кто-то следит за нашими сюжетами. Вот тут была траншея открытая, видите, вот труба идет, вот она, вот идет труба, вот, и, соответственно, вот она пошла, а там траншея, она закопана. А раньше была траншея большая, во всю стенку, и там дальше была, и, в общем, все это, вся эта часть явно закончена. Сейчас мы Свете поможем подняться. Тут будет пол, друзья. Тут будет пол, и там будет пол, всюду будет пол. Расчистилось внутри, я бы сказал. Такое ощущение, что все убрали, подмели, можно хоть зайти. Показать вам, что тут. Да, они сняли пол, Света лучше знает, она подсказывает. Она говорит, тут был пол, они его сняли. Вот мы видим то, что под полом. А вот там мы видим тоже вот трубы, видите? Большое трубное хозяйство. Вот все вон там. Солнышко немножко тут нам подсвечивает, засвечивает. Вот здесь тоже. Видите, как будущие раковины. Это туалет, да, Свет? Да. Это вот так видно. А здесь, наверное, будет умывальничек. Вот, видите, торчит. А это оригинальная стена, которой лет, не знаю, там, 70. А из чего она, Свет, стена? Скоростное дерево. Как дерево? Вот, а, тут, это... тут вообще ничего нет. Не-не, это штукатурка. Ну, а штукатурка, как бы, вот там насквозь даже. Нет, но дело в том, что как раньше строили, вот были, стояли стады, да? Да, потом опоры. Потом все это закрывалось бумагой. Так. И изоляции не было в те годы. Так. Вообще не было. А дальше штукатурка? А на бумагу делали вот эту chicken wire, вот эту сетку. Сетку. И на нее штукатурку наделывали. Хорошо. Вот у нас что будет вот с этой стеной, которая сейчас вся пробитая, там, дырявая? Ну, мы положим, во-первых, изоляцию на нее. Но мы обдерем то, что снаружи сейчас? Нет, а зачем? Мы просто на нее положим новый слой. Изнутри? Нет, изнутри мы положим изоляцию и шитрок. И шитрок, так. А снаружи сделаем еще раз. Гипсокартон будет изнутри, так. Да, а снаружи будет, у нас будет штукатурка по всему дому, и это уже организм Просто, а это просто никуда не девается, нет смысла ее убирать. Нет смысла ее убирать, потому что то же самое нужно делать. Ага. Слушай, прям обидно, какие-то дыры, Света. Нет, но эта стенка же уходит. А, эта стена вообще уйдет. Вот же там продолжение. Ну да, да. Вон она будет на кусок больше. Эта стена уйдет, вот она вон туда продлевается. Хорошо. Поэтому здесь одна бумага осталась. Ладно, ладно, хорошо. Просто эта стенка крышу держит, видишь, оставили крышу. Ага. На случай дождя, чтобы ничего не мокло здесь все-таки. Ну да, зима, сезон дождей начинается. Слушай, а это старая, да, разводка какая-то вот тут? Да, это все старое, но старье. Все уйдет. Все. И вообще все идет, вся крыша уйдет. Вся крыша уйдет абсолютно. Потому что, видишь, она идет вот так, так, и вот тут она уходит, ну, да, вот да. Так, потому что там... Форма. Ну, поскольку меняется очертание дома, то меняется и крыша. Ну, ты понимаешь, как такое хорошее дерево, прям жалко ужасно, сейчас сделают что-нибудь из... Дерево хорошее, да, ребята, его видно, правда? Дерево как будто вот, вот да, вчера вот. Приобрели. Ничего, его термиты не едят, вот это красное дерево. Да. Ничего с ним не делал. Оно не красное-красное, оно секвое. Да, Редвуд, да. Redwood, да. Это простояло с какого года дом? 40? Нет, это не 40, это 50 какой-то там. 50 да. Какой-то. Ребят, ну как минимум 60 лет. Да. Простояло. Вот как вчера поставили. Да, ничего нет. Но эти уйдут тоже стады, потому что у нас тут. Вот эти. Ну да, они уйдут, у нас там коридор по-другому. Ага. Наружные останутся, а эти уйдут. Ладно, ничего страшного, я думаю, что современные материалы не хуже этих. Ну, хуже, конечно. Да. Все идет синтетическое, его едят термиты. Понял. Ладно, значит, посмотрим, мы задокументировали, посмотрим, что здесь будет через 2 недели, когда мы вернемся.